Я написала в своем заявлении о том, что изменились обстоятельства, и они действительно изменились. За неделю произошли события, которые меня очень волновали. И я не имею морального права идти на процесс в тот момент, когда моя подруга, Светлана, такой возможности не имеет, находясь в больнице, либо будучи оперированной в ту колонию, о которой мы слышали все страшные вещи. Этот суд, он был на самом деле очень важен для меня. Есть очень много моментов, которые давно следует проговорить публично. Вот в частности, почему я сейчас нахожусь в данном суде, а не в суде города Березники. И каким образом вообще ФСИН России принимает точечные решения по тем или иным осужденным, что собой представляет современное рабство. И почему первый еврейский в колонии так сильно похож на последний. Мне глубоко чуждо и отвратительно то, что осужденный в России — это не более чем рентабельная собственность власти. Я заявляю этому протест и заявляю его изнутри, той ямы, в которую толкают нас всех. Поэтому, если власть Российской Федерации намерена освободить меня досрочно, я требую сделать это в рамках широкой амнистии, которую следует применить ко всем женщинам, имеющим малолетних детей. И последнее, о чем я хочу сказать, в свете настоящих событий, не ждите от меня признания вины. Его нет и не будет. 21 февраля 2012 года было ярким днем, полным жизни. Никак и нет. Все. Ну да? Да. У меня это, собственно, все есть в письменном виде. Вот. Можете приобщить к материалам дела, вот я передам вам, да? Мария Владимировна, я вас правильно поняла. То есть вы не желаете, чтобы сегодня рассматривалось ваше ходатайство? Да, все верно. Это ваше заявление, оно сделано добровольно, без принуждения. Добровольно? Психического насилия никто на вас не оказывал? Нет. Никто на вас не оказывал. То есть это ваше добровольное волеизъявление? Да. Скажите, пожалуйста, вам понятны последствия, если суд удовлетворит ваше ходатайство, что оно не будет рассматриваться по существу, и никакого решения по существу не будет принято? Да, конечно. Понятно. Нам все это ясно. Ну, если вопросов ни у кого нету, тогда слушаю позицию участников процесса заявления ходатайства.